как представитель власти, в первую очередь, поблагодарить за то, что Саратовская область и город Саратов, и в частности один из ведущих вузов города Саратова, Саратовская государственная юридическая академия, были выбраны как площадка этого первого межрегионального форума. Ну а что касается самой проблемы, вы ее сказали, и, собственно говоря, в этом и заключается, наверное, задача власти, в первую очередь, наладить этот диалог, который должен быть между государством на региональном уровне, на федеральном уровне, и бизнесом, который должен развиваться, обеспечиваться рабочими местами населения. Поэтому тут, в первую очередь, слова благодарности. Я думаю, что мы из этого форума вынесем необходимые решения, которые станут полезны, в том числе и работе государственных структур и бизнеса.